Здравствуйте, дорогие огородники! Наверное, все из нас хотят, чтобы у нас всегда цветы превращались в зависть, а зависть превращалась в плоды. Но часто бывает так, что томаты, да и другие культуры сбрасывают цветы. То есть цветы у нас не завязываются. Происходит это по многим причинам. Чаще всего это просто несбалансированность питания. Дело в том, что очень хорошо влияет на завязываемость цветов и превращение их в плоды, это своевременное весеннее внесение фосфорных удобрений. Вот поверьте, особенно на томатах, это сразу здорово на 20-30% улучшает завязывание. Но также могут быть и другие причины плохого завязывания. Это, естественно, нехватка такого микроэлемента, как бор. То есть, если его недостаток, то понятно, что у нас завязывание будет тоже очень плохим. Поэтому во всех препаратах обычно этот микроэлемент у нас присутствует. Так вот, как улучшить завязывание? Это, во-первых, сбалансировать питание, как я говорю. Также можно помогать опылению цветов. Что нужно делать? То есть, вот по утрам желательно в теплице проходиться, особенно по томатам, и их просто встряхивать. То есть надо делать так, чтобы пыльца у нас как бы слетала и садилась и прорастала. Но чтобы еще дополнительно помочь, то есть желательно по листве вот именно пройтись препаратом, содержащим бор. По листве, по цветочкам. Это может быть как зависть, а может быть просто другой препарат. Итак, нам надо приготовить боросодержащий рабочий раствор. Я буду применять препарат келик-кальций-бор. Дело в том, что эти два элемента, кальций и бор, они очень хорошо помогают друг другу усваиваться. И кальций не помешает, обработка кальцием будет как предупреждение еще от вершинной гнили. Вот мне надо на мой опрыскиватель объемом 5 литров, надо около 20 миллилитров этого препарата. Вот я его набрал. Все, мы теперь доливаем водой до 5 литров, и у нас рабочий раствор готов. Я обрабатывать буду не только естественно соцветие, но и весь куст, включая листву, то есть полностью, поскольку в препарате присутствует кальций. Мы корректируем питание еще и по кальцию, предупреждение от вершинной гнили, также помогаем завязыванию. Делать это лучше всего в утренние часы, не вечером именно, как большинство подкормок, а именно помогать опылению желательно в утренние часы. Все, сейчас проходимся препаратом после того, как мы уже встряхнули наши кусты, то есть пыльца у нас облетела, теперь надо дать ей прорасти, то есть препарат этому поможет. И обрабатываем наши кустики полностью. На этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч.